По улице Салтыкова-Щедрина дорогу нам разбили еще с 2014 года, когда началась стройка. Значит, данный долгострой у нас должен был сдаться в 2017 году. В 2017 он не сдался, ничего не исправили. То есть вот эта дорога вся, включая остановку, которая сейчас превратилась в нечто страшное, это все было заасфальтировано. Все было ровно, и здесь было все абсолютно чисто. Теперь дорога вся содрана, все это превратилось во враг, в ужас. До конца улицы Салтыкова-Щедрина вообще нету асфальта. Стоят столбы с прошлого года, с лета прошлого года, но они не горят. То есть у нас как была темная улица, так она и осталась. Нет, зачем поставили столбы, мы не знаем. Мы очень радовались, когда их поставили. Думали, что мы теперь возле цивилизации. Вот все белые столбики, которые стоят по улице, это фонари, которые должны греть. Вот один, вот здесь, вот второй. Вот он. Торчит третий. Абсолютно не горящий. Вот там в конце улицы тоже. Вот они все не горят. Со стройки летит постоянно строительный мусор, строительные отходы. Все деревья загажены, абсолютно вся загаженная дорога. Летят куски утеплителя, упаковочного материала. Никогда ничего здесь не убирается. Люди уезжают. Посмотрите, вот этот дом, это люди бросили. Потому что здесь копали, здесь вот делали кусок дороги. Это здесь водоканал, по-моему, делал, потому что они закапывали какой-то колодец. На них поплыл полностью склон. Здесь люди жили десятки лет. Они просто бросили, они пытаются продать этот дом уже 3 года.